Сегодня Атабеит – это не только уникальный мемориальный комплекс в память о жертвах репрессий 30-х годов, но и уникальный архитектурный памятник, который был построен командой профессионалов под руководством архитектора Алакулова Каныбека Мамытовича. Алакулов Каныбек Мамытович – заслуженный архитектор республики, лауреат государственной премии имени Токтагула, профессор и академик архитектуры. Каныбек Мамытович родился в 1944 году в селе Кайрма Джумгальского района Нарынской области. В 1970 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности архитектура. В процессе учебы мы поближе познакомились, даже в какой-то степени подружились. Вот. Он оказался таким парнем деятельным. Вот. Уже у него в то время уже проявлялись такие организаторские способности лидерского такого характера. Вот. Вместе с ним мы сделали конкурсный проект, будучи студентами школы для сельских школ, здания. Сделали несколько проектов жилых домов для южной зоны. Алакулов Каныбек Мамытович работал на многих государственных должностях. Все началось с Киргизгипростроя, где он работал архитектором, затем старшим архитектором и руководителем архитектурной группы Института Кыргызгипростроя. После Кыргызгипростроя он был назначен главным архитектором, начальником отдела планировки и застройки населенных мест Киргизской ССР Госстроя Республики. В 1978 году Каныбек Мамытович назначен заведующим комплексным отдела научно-исследовательского и проектного института ТАШ-ЗНИИЭП Госстроя ССР города Фрунзе. А в 1980 году Каныбек Мамытович назначен первым заместителем председателя Госстроя Республики. На этой должности он проработал целых 7 лет. Но на этом профессиональный рост не закончился. Каныбек Мамытович – автор многих архитектурных проектов и построек, но одна из самых дорогих сердцу работ – мемориальный комплекс Атабеит. В связи с тем, что были перезахоронения в 90-м году, правительство приняло решение сделать мемориал и объявили конкурс. И отец пришел, говорит, надо вот сделать. Так как я был молодой архитектор, только закончил, я это сразу не мог. И он пригласил тогда Бишимбаева Улана. И где-то в течение месяца мы сделали эскиз, ну не эскиз, а конкурсную работу. И выставили его на смотр. Вот. И где-то через... После смотра на следующий день отец пришел и сказал, да, мы победили его. Атабеит строил, он утром вставал в 5 часов, в 4, до 4 часов, до 3 часов или до 2 часов он чертил. Вот. Потом утром в 5 часов вставал, и вот он ездил туда, смотрел, что там строится, как там строится, по чертежам ли, нет ли где никаких недоделок или неправильные, не по чертежам стройка идет. Все это он проверял и оттуда к 9 часам ехал на работу. Общая площадь мемориального комплекса составляет 2 гектара земли. Мемориальный комплекс включает в себя скульптурную композицию и музей, печь по обжигу кирпича. Это место, где были расстреляны и первоначально захоронены 137 человек. В мемориальном комплексе захоронен почти весь цвет кыргызской интеллигенции того времени. В музее Атабеит хранятся личные вещи и архивные материалы репрессированных. Послужной список работ Каныбека Мамытовича бесконечен. Он автор и участник создания таких уникальных работ, как гостиница Исыкуль, автовокзалы в городах Ош, Каракол, центральная часть города Токтагула. Эта работа удостоена госпремии имени Токтагула, а мемориальный комплекс Атабеит – лауреат всесоюзных и республиканских конкурсов на лучший авторский проект. «Улитка» – это первое архитектурное творение Каныбека Мамытовича.
Магазин сувениров «Улитка» стал настоящим символом советской архитектуры 60-х годов. К сожалению, сегодня проект «Улитка» потерял свой первозданный вид, и здание в самом сердце столицы осталось просто доброй историей. В детстве я ходил в этот сувенирный магазин. Вот, такой был достаточно очень популярный. Вот. Ну, я не думал, даже не знал, да, я только потом уже узнал, что отец, конечно, принимал участие, да, в задумке и постройке этого объекта. Алкулов Канабек Мамытович родился в семье служащего. Он был первенцем. После него родилось еще 7 братьев и сестер. В большой дружной семье Канабек Мамытович никогда не забывал, что он старший сын. И всегда с особой заботой и любовью относился к братьям и сестрам. Ну вот удивительно, да, его хватало на всех. Вот, он много времени уделял и родственникам, вот, и в семье успевал уделять времени, время свое. Виктор Барн, Чонгайтуп, Окутуп, Чокутуп, Бизге, Эзюнин, Дюрген Турган, Джана Билин Денгелин Барн, Бизге. Байкем бизге мага өзгөчө атамдай болчу. Атенебиз айылда болсо да байкем бизди атадай болуп жеңемекө бизди ушу жакшы карап багып ошо үйүндө чоңоюп байкемди папамдар дагы байкемдин сөзүн уккула ошо байкемдерге закон дечи. Биз айткандай эле байкемдин айтканы бизге закон болчу. В 1964 году Канабек Мамытович окончил Фрунзенский автодорожный техникум, но после поступил на факультет архитектуры во Фрунзенский политехнический институт и твердо решил стать архитектором. Сразу же после окончания института началась успешная карьера архитектора, которая характеризовалась ярким карьерным ростом. В результате чего Канабек Мамытович был удостоен множества наград и грамот. Мне Канабек Мамытович запомнился деятельным человеком, творческим, обладающим большими организаторскими способностями, которые на сегодняшний день у нас не хватает. В 1987 году Канабека Мамытовича назначили заместителем председателя Госкомитета по строительству, председателем Союза архитекторов, директором Кыргызского научно-исследовательского и проектного института «Кыргыз-НИИ» «Архпроект» при правительстве Кыргызской республики. А в 1993 году Канабек Мамытович назначен заведующим отделом аппарата правительства Кыргызской республики. В 2002 году возглавил должность главного архитектора столицы. И в 2004 году назначен директором института Кыргыз-НИИП по архитектуре и градостроительству. Когда стал главным архитектором, увидев именно вот этот момент, моменты нарушения именно красной линии, там зеленой линии, ну, линия ограничения называется у нас. Он бунтовал, всегда возмущался, почему красная линия так нарушается, почему так выдавались. И многие-многие вот этот вопросы, которые раньше с нарушением уже принимались решения, он отменил, он ходил, доказывал и восстановил вот этот вопрос. Вот этот, эти заслуги, это особые заслуги, я хотел бы особо отметить. Сколько, я говорю, лет мы с ним проработали, и я никогда, вот никогда ни, сама не ощущала, я никогда нигде не слышала ни от кого, чтобы кто-то сказал, что да, ну некомпетентный человек. Если он что-то где-то, ну как, не все же можешь знать, да? Он в любом случае всегда, вот я же говорю, рассказывала вам, он говорит, подожди, я вот в этом не очень, ты завтра приди, мы завтра этот вопрос решим. И до завтра он уже этот вопрос просто прорабатывал. Под руководством Канабека Мамытовича было реализовано большое количество интересных архитектурных идей. Например, замечательный проект «Эспланада молодежная». Аллея длиною в 600 метров радует горожан и гостей столицы не первый год. Яркие цветы, тенистые зоны отдыха и фонтаны создают особое настроение. О доброте и справедливости Канабека Мамытовича близкие и друзья вспоминают по сей день. Он был не только выдающимся архитектором, профессионалом своего дела,
но и настоящим человеком с большой буквы. Он был веселый такой, балагур, его за это, ему где-то и вопросы за какие-то вот по работе ему легко удавалось их решать, потому что придет в кабинет, скажем, где так хмуро настроено, он придет, пошутит, кому-то что-то, какой-то комплимент скажет, и все, и разряжается обстановка. Ну, он как-то везде одинаково вел себя, он шутил, он никогда не унывал. Не унывался. Он, у него всегда вот такое приподнятое настроение было. Он даже ругался. Когда ругал, он между делом, он всегда шутками такими, этими словами, он всегда все время подставлял. Как-то мы и ругались, и смеялись так. И в жизни то же самое было вот так. Детство Каныбека Мамытовича не отличалось от детства остальных ребят. Единственное, что его всегда отличало от сверстников, так это серьезность и ответственность. С малых лет он излучал уверенность и оптимизм. Был чонгуй блюда есть. Мамасы, апасы, батыренеля. Ең улусы Каныбек болчу. Ошол артындағы ини карындаштарынын баарын мындайча айтканда ушул эме кылып ойногонго да убактысы болчу эмес. Анан бир ойноп атсак чакырып Каныбек деген үндү укса чуркаган майдан үйүнө кетип калар эле. В студенческие годы Каныбек Мамытович был не только активным и прилежным студентом, но и верным товарищем, который всегда придет на помощь. Так и в дальнейшей жизни он не утерял способность сострадать, быть чутким и ответственным. Несмотря на все его регалии, он оставался человеком. И это самое ценное. Папа такой очень добрый. Всегда говорят же, когда такие маленькие, пухленькие, в очках, они такие добрые. Вот это вот прям про него. И настолько он у меня вот именно в сердце последние даже годы, когда там было тяжело после операции, и он немножко уже не такой был, как раньше, все равно он в моей памяти остается вот именно таким, как молодой, такой энергичный, очень многогранный, какой-то он и веселый, и яркий, и в то же время бывает резок иногда. Но вот в моей памяти он остался человеком, личность. Ну, для меня он такой был действительно близкий человек. Был всегда такой. Ну, по мне, он такой мягкий, добрый человек, на самом деле, который всегда хотел меня чему-то научить. Всегда вот наши разговоры были не пустыми, на самом деле. Он всегда чему-то хотел меня научить, что-то новое рассказать и дать. И буквально, наверное, с самого детства я очень часто лежала в больницах, болела в детстве. И вот он постоянно привозил мне книжки. Вот он всегда мне дарил книги, энциклопедии. То есть это были необычные игрушки какие-то, как всем детям дарят. Он всегда дарил мне книги. Рабочий кабинет для Каныбека Мамытовича являлся самым главным местом в доме. Это место, где зарождались идеи и невероятные планы, которые практически всегда находили свое отражение в жизни. Каныбек Мамытович спал практически несколько часов в сутки. В остальное время он творил и мыслил. Именно так достаются победы. Если он ложился где-то в час и до 4 часов он спал, это получается буквально он часа 3. И это по жизни у него было. Он спал часа 3. Вот, и просыпался в 4 часа утра и снова садился за свои чертежи. И все вот эти объекты он буквально вычертил в свое личное время, так скажем. Раньше это было очень тяжелее, это все на кульманах, это все на кальках, там километры калек уходило. Вот сейчас это попроще стало. Набрал, в 3D показал и уже видно. А раньше было... Рисуешь, там аксонометрию рисуешь, и потом неизвестно, что получится. Как говорится, не то, что неизвестно, а получилось, а потом над этим тем, что получилось, сидишь, и голова пухнет. Каныбек Мамытович – обладатель множества наград. Его заслуги находили отклик не только в профессиональной оценке,
но и в сердцах простых людей, которые были знакомы с его работами. Но, к сожалению, некоторые работы так и остались идеями. Не всегда было возможным найти достаточное финансирование и поддержку со стороны властей. Его идеей «Фикс» был город-сад с современной инфраструктурой. Он, как архитектор, понимал, что природа – главный архитектор, и ее зеленый дар – это самая большая ценность для современного города. У него последние годы, конечно, было для творчества не так много времени. Много времени отнимала вот руководящая работа. И, так как он человек ответственный был, очень серьезно к этому относился. Но вообще к своей работе он такой фанатично преданный человек был. Десятки метров бумаги с чертежами, бесконечные макеты и много-много ручного труда. Каждый сантиметр был вымерен с особой четкостью и любовью. Именно так зарождалось каждое архитектурное чудо под руководством Канабека Алыкулова. К сожалению, сегодня многие работы потеряли свой первозданный вид. Но их облик напоминает нам о прошлом, так как архитектурные творения – это в первую очередь история. Мемориальный комплекс «Атабиит», гостиница «Иссык-Куль», магазин «Улитка» возле ЦУМа, исторический музей, автовокзалы в городах Ош и Каракол. Все это проекты первого и главного архитектора Бишкека Каныбека Алыкулова. 7 марта Каныбек Алыкулов скончался после продолжительной болезни, но память о нем останется в его работах. Для становления самой школы архитектуры он сыграл главную роль и был своего рода как бы послом архитекторов в исполнительных органах государственной службы. Я бы назвал его послом, и он его достойно его выполнил. Сегодня ровно 2 года, как не стало Каныбека Мамытовича. Но память о нем жива, как и живы его уникальные работы, которые оставили свой след в архитектурной истории Кыргызстана. Очень рад и горжусь, что я работаю на сегодняшний день директором государственного проекта Института градостроительства и архитектуры, где раньше Каныбек Мамытович работал, где он здесь сидел. Я, например, конечно, бывший директор всех знаю, они все достойные люди были, но среди них Каныбек Мамытович тоже, он четко, конкретно, определенно свое место сидел. Вот этим я горжусь. По-моему, отец прожил интересную, достойную жизнь. Вот. И как отец он свою миссию выполнял, да, она отличная, да. Знаю, что он рядом со мной. Я знаю, что он рядом с нами. И всегда, что бы ни случилось, ты, пап, всегда в наших сердцах. Я чувствую твою поддержку. Я очень люблю тебя.